На ледовой арене стадиона «Зенит» в Томилине прошел турнир по фигурному катанию. В соревнованиях приняли участие более 60 спортсменов, возраст участников от 6 до 14 лет. Подробнее в нашем следующем сюжете. Каждое движение в фигурном катании в строгом соответствии с музыкой. Так создается единый гармоничный законченный образ. Это требование ко всем фигуристам, независимо от возраста. У нас будут старшие разряды, но основное внимание сегодня уделяется это дебютантам нашим и юному фигуристу. Младшая группа фигуристов в турнире участвует впервые. Задача – выполнить одно вращение, дорожку и перекидной прыжок. Шестилетняя Ира Ступак фигурным катанием занимается 3 года. Сегодня состоялся ее дебют. Мне нравится заниматься спортом. Я забыла всех знаменитых фигуристов имена. Ну а ты хочешь стать знаменитым фигуристом? Выступление оценивала судейская бригада. Родители и гости поддерживали детей. Традиция в фигурном катании после выступления бросать фигуристам на лед мягкие игрушки сохранилась и сегодня. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.